Чтобы вновь обрести обетованную землю, израильтяне должны победить филистимлян. Царь Саул утратил Божье благословение. Ему предстоит встреча с величайшим филистимлянским воином. Голиафом. Кто сразится со мной? Израильтяне! Победите! Получите филистимлян в рабство! Я выиграю! Все вы станете нашими рабами! Я выйду к нему! Назад, Иоаннафан! Воин, одолевший его, станет богачом! Нет воинов в Израиле! Вот так избранный народ! Я выйду. Давид, ты не воин, ты лишь пастух. Да, я пастух. Я защищал стадо, Бог защитит меня. Где же ваша вера? Где же ваш Бог? Я убью его. Возьми это. Доспехи не нужны. Если пойду я долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мною. Твой жезл и посох утешают меня. Ты умастил елеем голову мою. Чаша моя полна. Милость твоя будет сопровождать меня во все дни жизни моей. Израиль выставил богатыря! Не трать мое время, мальчик! Тебе еще рано умирать! Я сражусь с тобой! Видео подготовлено специально для канала Sport.ua. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.